Всем привет, вы на канале Happy Player, и сегодня я немножко так поиграю в очень старенькую игру. Называется она Doom 2D. Эта игрушка очень старенькая, но она прикольная. Вдвоем, естественно, в эту игру играть намного интересней. Так, давайте вспомнить управление. По-моему, здесь секрет есть, насколько я помню. Бензопилу можно взять. Да, вот бензопилу можно взять на первом уровне. В общем говоря, игра реально прикольная. Она сделана... Вообще, это я считаю, что эта игра такая, можно сказать, особенная. Которая выходила на ПК. Естественно, эта игра вышла очень-очень давно. В 90-е годы. Да прикиньте, сколько времени прошло уже. Там какие-то ребята решили сделать свою игру наподобие Дума, легендарного Дума, который выходил на комп и на PlayStation. И у них как бы это удалось, я бы сказал. Но они решили сделать игру в стиле 2D. Кстати, очень неплохо получилось. Музыка, озвучка здесь, я считаю, что классная. Как бы игрушка не требовательная. На то время можно было поиграть в нее на первом Пентиуме даже. Так, красную карточку доступа взял. Возможно, эту игру чуть-чуть позже пройду и видео запишу на канал. Эта игра мне нравится, я считаю ее как бы одной из лучших, которая выходила на компьютеры. Выходила она на платформу MS-DOS, игралась она еще на Windows 95. Музыка здесь очень приятная, кстати. Разработчики очень неплохо постарались. Можно играть вдвоем. Вдвоем, конечно, это вообще прикольно играть в нее. Можно попадать друг по другу. Я в эту игру играл еще на первом Пентиуме, это было давным-давно. Но в 90-х я в нее, по-моему, не играл. Я вот в нее в первый раз поиграл, наверное, где-то в 2005-2004 году, что ли. На первом Пентиуме, да, это 2004-2005 год. Это было очень давно. Ну, тогда уже были и не первые Пентиумы, уже были, наверное... Четвертое, возможно. Жалко, что она не попадалась в 90-е мне. Кстати, режут гады в упор. Так, я немножко запорол, но ладно. По-моему, там что-то открылось, нет?
что я не подбираю новое оружие почему-то. Был еще такой типа ремейк на эту игру, там ежики какие-то там, боевые ежики, по-моему, или как они назывались. Тоже наподобие Дума 2D. Не помню, играл я или нет. Да, по-моему, играл. Где-то я диск был взял, по-моему. Так, куда там идти? Я уже запутался. Там явно секрет будет чуть ниже. Тут, кстати, это полоска кислорода, вот. Я раньше не понимал, что это за полосочка, вот она потихоньку убавляется. Оба-на. Придется уже вверх плыть. Давайте попробуем их завалить уже. Ой, блин. Перепутал клавиши. Так, ружье взял, отлично. Ну тут, я так понял, тут, короче, оружие взято из Дума первого. И, возможно, из Дума второго. То есть, это, грубо говоря, Дум, только в стиле 2D. Ну, я считаю, у разработчиков очень даже неплохо получилось сделать игру. Что, ребятки, завтра, наверное, или на днях я эту игру пройду и запишу на канал. Ну а сегодня это чисто такой, скажем, тренировочный, что ли, забег. Кстати, там, где написано «дай», да, если я туда наступлю, то как бы мой персонаж погибнет. Ну, он упадет вниз и все как бы. В общем говоря, всем спасибо за просмотр и всем пока.